Меня зовут Михайлов Стас, я иду с работы, прогуливаюсь по набережной в надежде найти свободную лавочку и почитать новую книжку, которую написал Антуан де Сент-Экзюпери. Называется она «Маленький принц». Я надеюсь, что эта книга мне очень понравится. Мне посоветовала ее бабушка. Сказала, что для таких одиноких парней, как я, эту книгу и написали. Меня зовут Ольга. Я сейчас была на важной встрече в музее, для которого мы делаем выставку. Я ехала со станции метро Павелецкая на трамвае и читала вот эту книжку Брайана Трейси. Она называется «Выйди из зоны комфорта». Мне стала интересна эта книжка, потому что в ней описывается пошаговая инструкция к тому, как систематизировать свое время и эффективнее выполнять задачи на рабочем месте. Один из главных советов, который заключается в этой книжке, называется «Съешьте лягушку». И лягушкой называется задача, которую нужно разделить на части и справляться с каждой из этих частей по очереди, выбирая один блок за другим, и так приходя к решению своего вопроса. Меня зовут Ира, я стоматолог-гигиенист. Направляю сейчас иду в библиотеку в Ленинку. Буду писать там свою научную работу. Она у меня о нехирургической пародонтологии, о болезнях десен. Я долго ждала эту книгу, очень рада, что она у меня появилась. И горячо люблю эту книгу, потому что здесь очень много ярких, красочных, больших фотографий. И очень интересная, очень классная глава про поддерживающее лечение. То есть как мы, стоматологи, будем лечить пациентов с уже имеющимися заболеваниями и, соответственно, предотвращать их осложнения. Книга непростая, 36-го года издания Некрасов, стихотворение. Штамп школы, 586-й, школа в Чертаново находится. Книга – это для меня нечто живое. И книга, которую я увидел на помойке, вот у меня срабатывает рефлекс, ее надо спасти. Я беру эту книгу, спасаю, приношу домой. Если книга, не знаю, не в моем вкусе, она мне не интересна, я ее пристрою. Я отдам кому-то там, соседям, родственникам, отнесу на работу, отнесу в какое-то кафе книжное. На ВДНХ, где я живу, там есть места по обмену книгами, отнесу туда. Но обязательно из помойки книга должна быть спасена, она там быть не должна. «Воскресенье» Льва Николаевича Толстого. Собственно говоря, эту книгу я читаю по той причине, что она освещает такое огромное количество противоречивых, очень острых, совершенно неприятных вопросов, о которых мы даже в повседневной жизни не хотим думать, что даже мне иногда ее страшно просто брать в руки, страшно читать. И в этом такая своя особенная прелесть. Тем более, что вообще, что такое это произведение? По сути, это история Будды в России, как если бы он был в России. То есть, безусловно, Нехлюдов, главный герой этого сочинения, никто иной, как Будда, вот осознавший себя и, значит, свои, значит, внутренние проблемы, грехи и проблемы, грехи других людей вокруг себя. Thank you.